А спонсором сегодняшнего ролика сервер Minecraft на версии 1.5.2. У них есть автодонат, группа ВКонтакте и много всего другого. IP-сервер в описании. Удачи. Всем привет, с вами Don't Worry и Кови. И это антигрифер шоу совместное. Шоу. Да-да-да, всем привет. Все, давай добавляй чувака в скайп. О, алло, здорово. Привет. Так, ну... Мы хотим тебя приютить. Да, мы тебя можем приютить. Вы приютите, да? Да, только у нас тут есть всякие правила. Не приглашать людей домой и не приходить поздно. Ты запомнил? Хорошо. А вы не гриферы? Нет. Не, ну если хочешь, мы можем гриферить других игроков. Будешь с нами? Мы любим гриферить других. Главное, чтобы ты нас не грифил. Вот. И с читами еще любим играть. Я не грифил. Ты любишь с читами играть? Не. Ну мы тебя потом скинем его когда-нибудь, окей? Все, давай, телепортируйся. А какой ник? Мой ник. Фрефрагер23. С нижним подчеркиванием. Это ты, миссис Миссионс, да? Да, да. О, да, отлично. Так, смотри. Видишь, какой у нас дом офигенный? У нас алмазы, все такое. Ну как бы ты не выходишь, то, что у нас, да, там как бы, ну. Вот такое. Ну просто мы обгородили его, чтобы не взорвали нам его криперы. Смотри, ну просто понятно. Как мы в землянке живем, понимаешь, военное положение, все такое. Слушай, давай его сначала добавим обычного, а потом в этого, а то вдруг что, или как? Тебя куда добавить, а? Ну если у нас не будет гриферит, то я не знаю. Ну ладно, давай тогда сразу главного. Ну думаю, да, если у нас точно не грифер. Все, стой на месте. Не грифнешь. Мы решили, мы тебе верим. Не, я не грифер, не грифер. Как там, мистер... А, вот мистер Миссион. Все, мы тебя добавили в главного. Попробуй, посмотри, что там у нас есть. Сейчас. Все, добавили. Вот, у нас все вещи тут лежат, все вещи вот в этом. Знаешь, что мы, короче, живем в одном доме с этим чуваком? Ну, прямо в реальной жизни. Мы просто... Короче, это, нас звали кушать, пошли есть. Кушать? А, да, погнали, сейчас давай. Все, мы отошли. Хорошо, идите. Приятного аппетита. Так, я выключил микро. Ну просто мы наблюдаем, что это делает, это уже не знаю какой чувак. Он тупо его рукой хотел убить. Офигеть. Иди нашел. Он нас типа буцнул. Так он. На. Так, вот, я в ванише. Отлично. И мы смотрим, что он делает. Тихо, так. Супер. Блин, наконец-таки. Так. Это окей. Что он делает? Это не нужно. Это типа грифер, который перебирает вещи. Я... Говно дом. Капец. Так. Тут можно сразу сломать. Так, где у вас топорик? Топорик. Воу-воу-воу! Так. Да, Влад тоже наблюдает, как пузырики. Ну, мы какие-то попались по величному разводку. Так, это ненужное. Это тоже. О, вещь нормально нашел. Так, это я еще беру. Так, забираю. Уголь не нужен, лопата тоже. Так. Сейчас за грифель уйду от них. Еще приват узнать, как называется. Ну, удалил бы их из регионов. Так, это сюда. Алмазы выкидывают, дурак тюля. Так, сундук надо. Блин, нам, короче, сказали, что мы, короче, попозже прийти поесть, там просто, нагреют нам еду.
Да, а куда ты делся? Ты же только что тут стоял. А почему у меня какой-то мусор в инвентаре? А тебе броня? А потому что я только что пришел пораньше, чем ты. Ну, моя комната ближе. Я не знаю, кто приходил, кто-то к вам домой приходил. Я вот все видел, короче. Я пришел пораньше и смотрел, ты тут уже это... Бегал наши сундуки, ломал. Подожди. Ты хочешь сказать, что это он все сделал? Да, я просто пришел уже там. Да ну это ж наш друг, как он не мог так с нами сделать? Как он... Админ, люди приходили. Да, ага, да. Люди, давай жалобу напишем на админа. Давай напишем админа, потом подадим на них иск в суд. А я, короче, знаешь... У него ник 4 пок. 4 пок? Ну, короче, 4 рок. Так я вот видел то, что это ты все делал. Подожди, меня сестра сидела за компом. Меня сестра за компом сидела, она сказала, что тут какой-то пацан бегал, ну, под ником МР, что-то и не знаю, подчеркивание. И он, короче, вещи выкидывал в воду, она сказала. Да, да, да. И еще, короче, ну, а я еще все на это на Nokia записал. Поэтому, чувак, тебе нет надо. Подожди, ты мне скинешь на Nokia? Я ничего не делал. По пейкпорту, кидай мне пейкпорту, хорошо? Сейчас да, я к тебе приду. Стенки приложу. Да я ничего не делал, че я-то сразу. Да не ври, блин, у меня есть доказательства, я. Ведется видеонаблюдение ежедневное, поэтому все. А кто меня убил? Вообще охренели, твари. Божья кара, значит. Так это все, блин, ты думал, тебя... А, вот ты знаешь, когда людей обманывают на сервере на этом, тут сразу бог наказывает, тут просто бог существует. Да, плагин. Тут никого нету. Никого нету? Ты к себе, иди к себе домой, посмотри, что там с твоим домом. Нормальный дом, что. Да, бог тебя любом наказывает. Не знаю, у тебя что-то дом... Слышь, офигели, слышь, вы не ломайте мой дом, вообще охерели, твари. А отдайте мне дом. Да никто не трогал твой дом, что ты ноешь? Уйди отсюда. Да боги пришли наказывать тебе. Да, иди все. Отсюда, вы что, админы? Мы папки твои. Да мы как бы... Идите отсюда. Да нет, ты... Че уйти на? Че ты нас гонишь? Я вас не гриферил, уйдите. Ага, а это что было? Я все равно убегу от вас. Далеко да? Не убежишь. Сейчас я это... Бегу. Сейчас я подожди. Пукну, подожди, тебя сметет метелью. Слышь, верни лес. Лес вернуть? Они валяются. Лес верни, мой. Отдай ресы. Ресы? Знаешь такую песню? Админ, дай ресов. Спей ее. Ну отдай ресы, слышишь? Нет. Ну я же трудом их добывал. Да, каким трудом? Чем ты добывал? Ты в шахту ходил. Ты ДЦП? Да. Я целый год тут играю. Шахты ты называешь это по... Отдай мой год. Это называешь ломать лес. Сундук, это... Отдай я не лес. Ломал сундуки. А что ты делал? Ни одного в жизни не ломал сундука, скажешь? Нет, не ломал. Так, давай, если ты врёшь, тебя вот так вот и сделают. Слышь, не убивай. Вот так сделают. Слышь, не убивай. Я вам всё замещу. В денежном этом эквиваленте. Да не-не-не, я тебе все алмазы, все верну. Нет, ну смотри. Ну зачем нам алмазы? Да, все. Вы же, я что, забрал вас? Нет, ну подожди, вот кто мы на сервере? Люди. А, ну да, люди. И мы люди. Ну, в принципе, да. Ну зачем нам людям алмазы тогда, если мы люди? Да вы не люди, вы черти. Ну смотри. Нормально вообще. Смотри, ты нас можешь привилегии этих тварин, рылые. Ты вообще все ходишь-то, пацан? Вообще охренели. Ты все сказал? Ты все сказал? Нет, не сказал. Ну давай, рассказывай. Дай мы послушаем. А что рассказывать? Не, ну ты ж не все сказал. Ну, у тебя сейчас там речь написана. Да не, если... Чё бы слышь, не убивай! А что нам еще с тобой делать? У тебя дом из песка. Да, я сейчас тоже куплю, я тебя убью сейчас сразу, нахрен. Вот а мы выйдем из сервера. А я твой ник запомню. А слышь, я вышел убивай, уже. Слышь, Марина, козлина, задолбала реально. Ты тебя бомбит, что ли? Да потому что задолбали такие, как да вы. Ты сам падаешь, ты поскользнулся и упал. А подожди, а ты обоснуй. Да что? На улице зима, посмотри, гололед. Ты сам упал, что ты на нас наезжаешь? Лето, да? Я в Анапе живу. В Опе ты живешь. Какой Опе там? Чё ты падаешь на бочок? Слушай, ты чё? Чувак, проснись. На дворе зима. Да не успевай, да потуто не успевай добежать, чтобы домой лететь. Домой лететь? Долго. Улетел, знаешь, на небеса. Смотри. 700 метров. Да не убивай! Котёл! Ты понимаешь, что это спаун, короче? Да ладно. Смотри, где там выход спауна? Он, короче, нажимает на батут такой, подыхает, и типа мёртвый вес. Никуда больше туда идти. Вообще охренели, козлы задолбали. Блин, иди на батут, пожалуйста. Не пойду я никуда. Задолбали реально, твари тупорылые. Понакупают все префиксы. Ты чё, борзый такой?
У тебя что, да, зубов чё? Много, что ли? Мы как бы хакеры, мы взломали сервак. Реально, конечно, мы взломали. Хочешь, тебя тоже забаним? Во! Кстати, а мы тоже... Нахрен. Сейчас мы зайдем быстренько с консоль. Да, так, давай. А у тебя это силёнок не хватит даже. А ты подожди, чувак, ты обоснуй, вот подожди. Вот, думаешь, мы тебя просто так убиваем? Ты грифер? Вот. Я не грифер. Я тебе могу легко, рассказать, что ты грифер. Доказать. Есть. Где? На Nokia скидывай, сейчас, подожди, мы тебя через Nokia кидам, приезжай к нам, пайкпорту передадим. Посмотришь видео. У меня Nokia нет. Фу, ты старый, дно. У тебя Nokia нету. Все, блин, с этим... Все с Nokia сидят. С яблоком, наверное, ходишь, да. А дайте мне мои. Ой, это зажравшийся, вот это вот, да, такой. С Nokia. Выдруживые всякие. Угу. А дайте мне тоже префикс какой-нибудь. Лох ему дать префикс, да? Давай. Ты хочешь реально лох префикс? Давай. Ну реально, ты это, плакать не можешь? Я думаю, надо вот а уже... А ты не сможешь написать даже это. Ну ладно. Ну ладно. Слышь, разбань! Зачем? А зачем забанил? Просто мне, меня по приколу. Ну? Ну разбань, пожалуйста. Не, ну подожди, пожалуйста, тут не обойдешься. Ты знаешь что? Ты нам испортил нервы. А вдруг бы я там, не знаю, там убил себя за то, что ты у меня вещи забрал. Знаешь, сколько я этот дом строил? Кстати, да. Очень много. Сколько мы с тобой строили этот дом? 5 минут, по-моему, да? Да 7 где-то. Ну, да, где-то. Ты знаешь, сколько это времени? Блин, пипец. Да мы... ладно, вы-то админы. Мы его бронировали. Мы не админы. Мы не были до этого админами. Так нам это... Земля, там надо землю скопить, потом дом построить. Ты понимаешь, сколько земли пришлось копать давай нам, чтобы облепить? Давай я тоже землю накопаю, вам принесу. Давай построим нам в реальной жизни дом, тогда мы тебе это разбаним. Из земли? Да. Да хотя бы из давай земли. Мне, короче, 66 миллионов килограмм земли. Ага. Реально, ты подымешь это все? Или ты хочешь в этом спрятаться? 36 килограммов этого. Выйди во двор, посмотри там, мы тебе уже все сделали. 36 килограммов мозгов. Ну разбаньте, пожалуйста. Мы тебя разбаним только при одном условии. Только вот при одном. Вот если у тебя сейчас прям есть камера на Nokia. А, у тебя ж Nokia нет. Ну на твоем яблоке. Да я сейчас брату попрошу, он приедет, вас порешаю все. А, он типа этот, пожарник, да? Пожарник. В 02 звони пожарнику. Он не будет к тебе звонить. Тушить приезжать. Не будет меня, если у меня пожар, как это? А я специально скажу, чтобы он к тебе не приезжал. Ой, да ладно, не рассказывай. В общем. Там мы звоним кому-нибудь другому, да и все другие приедут. Да. И тебя это подпалят. Знаешь, такие да, есть пожарники и подпаливатели есть. Короче, вы. Ты хочешь разбана или нет? Хочу. Включай тогда нам веб-камеру. А вдруг мы любоваться тобой будем. Вот я прям I love you. Ну так мы тебя не будем. Зачем нам тебя обманывать? Мы же честные, мы же не гриферы. Да. Почему не гриферы, а зачем меня забанили? Потому что ты грифер. Я не грифер. Ну тогда докажи нам, включи веб-камеру, выполни пару желаний, если ты не грифер, если ты мужик. Подожди, понимаешь? А вы точно не грифер? Подожди. Чё, дурак? Понимаешь, разбан это дело серьезное, нам нужно то лицо видеть, ну кого, нам, ну все-таки это опасно же, просто так разбанивать. Ты понимаешь, мы должны идентификацию пройти, ты должен точно. Да, да, да. А меня разбанили, я сейчас зашел на сервер. Все, я не буду вам вебку включать. Что, дурак, что ли? Сам дурак. А если так? Тоже тебя разбанили? Сейчас, подожди. Разбанили, у меня друг один, создатель сервера. Да? Да. Еще скажи, главный админ. Да, создатель сервера. В общем, давай, короче, не тупи, включай веб-камеру, или мы уходим. Вот у тебя последний шанс есть. Чё, включаешь? О. Чил. Ваня, секси какой. Уу. Ладно, так. Ну все, разбаниваю тебя, включил, все, выключаю. Чувак. Не! Ты что делаешь-то? Включай. В смысле, ты думал, ты просто покажешься и все? Да. Нет, конечно. Ты, тебе, во-первых, нужно съесть свой локоть. Давай показывай. Включай, давай. Да я не достану до локтя, ты чё? Да я пошутил, блин. Вебку включи, вот. А теперь не пошутил, давай до локтя попробуй достать. Подожди, давай. Чё ты подожди, ну ты сядь нормально, покажи себя нормально. Да нормально я сижу. Вот смотри, когда до локтя достанешь, тогда получишь разбан. Понял, если когда сейчас твой локоть... Поверни вебку на бок, не видно тебя. Чё-то как-то криво видно. Во, так нормально? Вот, да, вот так. А, кусайся за локоть. Чё-то... Чё-то... Да, не да. Он не достаёт. Ну если сможешь, мы тебя разбаним. Да, давай. Пробуй с любой стороны. Ха-ха-ха.
Попробуй другой руки, точно, на другой, может, попробуй, получше будет. Сейчас не буду. Давай, может, так легче будет. Не, не получается. Нет. А может это, может там, не знаю, там... До пупка достать языком. Подожди, вебку, вебку ниже опусти, не видно. И давай попробуй сейчас. Да давай. Молится там. У меня другое представление. Я тоже. Я не могу. Да? Че, вообще не получается, да? А. Ну это, а языком до носа не сможешь достать? Во, точно, реально. Да не, подожди, я не вижу. Во, давай. Не, ну доставай языком до носа. Ты прям бери так язык, вытаги пальцами и тяни. Да, вот так давай. Тебя оторвёт. На. Я даже не знаю. Ну ладно, пускай будет это первым желанием тогда. Это два разбана. Два? Да. Ого, ну ладно, так окей. Мы подумаем, короче. Давай какое следующее мы придумаем? Следующее? О, у тебя есть вода? Есть. Неси давай, давай, неси кружку там. А у меня вот стоит. А, ты уже при себе, да, все, там, если что, компьютер затушить там. О, зачем ты ее пьешь? О, стой, подожди, набирай полный рот, а так вот, я придумал как раз. И это, только вебку подальше сядь вот так и фонтанчик сделай, голову вверх подними и выплюнь в себя, только полный рот набирай. Давай, давай, так когда... Чё это за бред? Не-не, вверх, именно фонтанчик, чтобы был. Да у меня не получается. А ты просто вылил, просто именно вот так сделай, выплесни её вверх. Я уже сделал. Да ну оно потекло у тебя просто, неинтересно было. Попробуй давай ещё. Прям вообще мощно, так чтобы прям... Да-да-да. С 5-литровки или с 10. Давай. 5 минут. Зачем ты выпил? Я думал, сейчас ты можешь всё сделать, но только и выпил взял. Ты чё, умер? Нет, я выпил. А зачем? Приступ начался. Всё, пацан сдох. Я подавился. Так зачем выключил-то этот? Да это включи вебку, мы хотим увидеть, как скорая приедет. Ну, пеночка себе вплата такая льёс. Набери 0,2 и скорая приедет. Не, давай, это, давай назад это. Ну. Давай, включай назад. Вот последнее желание, все, и тебя разбавлю. Ой. Чувак, за нами сейчас выйдет. За нами ФС выйдет. О, фух, он живой. Давай показывай. Чё показывать тебе? Камеру. Ну ты фантазию не сделал. Чё ты там пытался пошутить? Чё пошутить? А, всё, да? С тобой всё. Покажи веб-камеру, давай быстрее. Минуту. Нифига себе, ты чё минуту? У нас каждая секунда дорога. Мы 7 минут дом строили, а ты тут минуту хочешь? Блин, ну ты вообще, опять, да. Знаешь, сколько мы могли домов понастраивать? Мы это, гастербайтеры. Да, поэтому ты давай быстрее, тут не это. Сейчас в туалет схожу. Бери ноутбук с собой или компьютер. Бери, камеру бери. Сейчас. Вот это хуй, я тебе блевать там пойдёт. Попил воды, сразу в туалет побежал. Вообще блевать пойдёт. Он это самое. Сразу, быстренько так. Попил, вылил всё. Чтобы долго в себе не держать. Нет, ну конечно. Если, блин, ну взял такой, подождите, такой взял воду, выпил всё. Ты в натуре набрал воду? О, давай, фонтанчик. Быстрее, не тяни наше время, показывай камеру. Я клавиатуру замочил. Замочил? Он всё, блин, убил. Замочил. Всё, набирай, давай. Только на колени туда стань, чтобы у тебя подальше было видно, или как ты там? Не могу. На колени стань. Только опять не пей, чувак, ну блин. Не пей, а. Не пей! Да, всё, выпил. Он опять выпил, но он не может не пить. Сейчас опять в туалет. Что, ты молишься, что ли? Что там делал? Он опять выпил воду. Вы можете не смешить. Ладно, хотя бы? Ладно, всё, давай. Всё, мы молчим, честное слово. Боль. А чё вода жёлтая?
Это каре, напиток какой-то. Лимонад. Он ее из озера напитает, значит, из речки напитает. Вот сказали, не будете смешить. Вот куда он в туалет ходит, понятно. Так по-быстрому выключил камеру. Да ладно, давай, быстрее. Я догнал. Ты сам смеешься. Да. Так вы тоже смешите. Ладно, мы молчим. Давай, фонтанчик. Все? Да, давай. Так, как там дельфина разбанить надо? Чё я с лицом? Это одеяло такое. Все, ты разбанен. Так. Так, чувак. Все, давай тогда удачи там. Ну, ты разбанен вроде как, да? Да, мы тебя разбанили. Ты зашел на сервер? Меня залагал опять снег. Что? Он пишет, меня загало. Перезапущу скайп. Ладно, пофиг, смысл, удаляй его. Ну, короче, мы тебя отправили на серваке, больше не грифей там. Что, давай, пока. Все, давай. Удачи. О, камера упала. Удаляй его. Ну, не, ну так, чё?